Российский Минтранс в ближайшее время, возможно, отправит очередную группу экспертов для проверки авиаузлов Египта. Об этом министр транспорта России Максим Соколов рассказал в кулуарах молодежного форума «Территория смыслов». Сегодня он читал там лекцию. Среди прочего, говорил министр и о развитии транспорта в России, в том числе региональных трасс. Мы сейчас стараемся максимально сконцентрировать ресурсы для поддержки региональных дорожных фондов с федерального уровня. Этому посвящены все программы, многие программы, которые мы реализуем по субсидированию региональных дорожных фондов и на завершение ремонтируемых мостов и на строительство новых мостовых сооружений и снятие других инфраструктурных ограничений путепроводов. Все средства, собираемые системы «Платон», мы также направляем в регионы Российской Федерации для того, чтобы коренным образом улучшить именно там ситуацию.